И это Сельсиор. Сегодня мы ее рассмотрим. Тридцать лет назад, в 1989 году, Toyota запустила продажи первого автомобиля марки Lexus. Это был Lexus LS 400. Автомобиль был нацелен на американский рынок, при этом получил большую популярность в Японии. С этой целью Toyota начала производство праворульной машины Toyota Celsior. Данная машина третьего поколения. Третье поколение выпускалось с 2000 по 2003 год. Эта машина конкретно у нас в самой классной комплектации, называется спецификация C F-Package. То есть у нас тут есть и массажные сиденья, и электропривод, всего-всего. Ну, поэтому подробнее чуть попозже. Откроем капот. Под капотом у нас большой мотор, 4,3 литра объем, VTI-ный мотор марки 3Z FE. Отличный двигатель, проходит 1 000 000 километров. Максимальная мощность автомобиля 280-300 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент примерно 430 ньютон на метр. Тачка представительского класса, очень классная. Это, конечно, не гонка, не наваливать на ней, но едет она достаточно быстро. Хочу сказать, что эта машина у нас пригнана с Токио. На машине сделан в Японии врап, серый цвет, отлично переливается на солнце. Сделано очень качественно, кажется, что машина покрашена классно и профессионально. Практически Токио дрифт. Дисочки у нас отличные, вариант The Work, 20-ка для Сельсиора, просто огонь. Машина в идеальном состоянии, с оценочкой 4, что практически новая. Давайте сейчас заглянем вовнутрь, посмотрим, поковыряемся еще. Ощущения офигенные, не побоюсь этого слова. Классный салон, все очень дорого и богато, я бы сказал. Даже несмотря на то, что машине уже больше 15 лет. Кожа, электропривод переднего сиденья, водительского вперед, назад. Здесь у нас получается движение сидушки вперед-назад. Здесь у нас спинка, наклонение спины. Тоже отлично. По пассажирскому сиденью, что у нас интересно. Если кто-то сидит сзади и хотят отодвинуть пассажирское сиденье, то могут воспользоваться вот этими двумя кнопками. Это у нас отодвигает спинку. Вот эта кнопка у нас двигает, собственно, само сиденье. И место сзади становится больше. Можно полностью даже вытянуть вот так ноги. И, в принципе, спать. Этот Сельсиор у нас в максимальной комплектации. F-Package. Здесь есть массажное сиденье. Здесь у нас располагаются кнопки для охлаждения и подогрева сидений. Собственно, синий — это охлаждение и красный — подогрев. Левая, правая, оба. Здесь у нас находятся зеркала. Так открывается и загорается сразу лампочка. Данная кнопка двигает подголовник вверх-вниз, и эта кнопка двигает подголовник вперед, чтобы в случае необходимости можно было вытянуть голову и использовать подголовник как подушку. Если вы ищете privacy, хотите уединиться с девушкой, у вас есть занавески. Занавеска поднимается так. Вот, собственно, теперь у вас полная privacy. Автомаркетный выхлоп. Выглядит пафосно, но очень круто соответствует дизайну машины, на мой взгляд. Здесь у нас находится холодильник для охлаждения шампанского, напитков. Память сидений, то есть три опции машина запоминает. Первая, вторая, третья. Можно установить новую опцию под себя, если нажать кнопку Set. Здесь у нас пневмоподвеска. Power Snow. Кнопка Sport, Norm. Здесь у нас CD-чейнджер на 5 дисков. Также можно смотреть телевизор. Система оплаты Highway, но это чисто для Японии. Если открывается, можно также положить что-нибудь, такой мини-бардачок. Размер багажника, сами видите, огромный.